Всем здорово, народ! Это рэпер Трейдер ТВ. И сегодня будем говорить об усатом трейдере. Посмотрел много видосов уже в интернете. Там лохотрон, развод, все дела. Итак, тоже меня реально это все уже достало. Посмотрел эту всю движуху. Делаю свой обзор. Итак, хочу обратиться к таким мега крутым обзорщикам, таким блогерам, таким крутым, которые вообще не имеют понятия о бинарных опционах и делают какие-то выводы. Во-первых, ребята, какого хрена вы делаете обзоры, если вы даже не знаете, если вы даже никогда не регистрировались на IQ Option? Я вот не понимаю. Во-первых, самый главный вопрос. Вот у Усатого написано «Усатый трейдер». Нельзя выводить деньги, потому что у него усатый трейдер, в паспорте, что у него тоже усатый. Как же он выводит деньги? Ребята, открою вам один секрет. На IQ Option можно выводить деньги без скана паспорта. Знали? Не знали. Как вы будете знать, если вы не регистрировались? Здесь вы можете написать что угодно. И вы можете выводить деньги. Вот. У меня написано «Рэпер Трейдер», я вывожу деньги. Смотрите, аккаунт верифицирован. Без проблем. Напишите здесь, я не знаю, ну что угодно напишите, не надо никакого скана. С какого кошелька вы завели деньги, на тот кошелек должны вывести. Все, вот единственное условие. Знали, не знали. Дальше. Можно даже выводить деньги без верификации, вот, без вот этой вот галочки на IQ Option. Смотрите, если вы зарегистрировали аккаунт сначала, зарегистрировали, сразу его пополнили, поторговали и поставили на вывод, тогда можно даже без подтверждения телефона. Но на следующий раз оно уже вас будет запрашивать. Так что вот так. Так что открыл я вам такой секрет. Можно на IQ Option выводить деньги, писать что хочешь там можно. И если ты уже написал, изменить нельзя. Да, если может, там усатый выводит большие суммы, там у него уже потребовали этот паспорт, не знаю. Ну, боже, это можно договориться. Это вообще херня. И доказательство, я вот открыл турнир на IQ Option и покажу вам людей, которые тоже не выводят деньги. Вот, смотрите, Чернофобс. Чернофобс, да, смотрите, выиграл $200, все, он не может вывести деньги. У него же в паспорте не написано Чернофобс. Дальше, смотрите, Ганс. Тоже бабки не выводит. Вот $200 выиграл. Тоже не выводит. Вот, смотрите. Друг Дарт Вейдер, блин. У него написано вот здесь друг Дарт Вейдер. И этот чувак выводит деньги спокойно. Так что все, народ. Все вы там крутые на форексах, торговщики. Вы, блин, ни хрена не шарите. Пожалуйста, не лезьте в IQ Option. Дальше. Что хотел дальше сказать по поводу усатого. Как усатый трейдер зарабатывает деньги? То, что он проект IQ Option, это вообще полная херня. Чувак зарабатывает деньги по реферальной программе IQ Option. У него есть ссылка, на которую переходят люди, регаются, торгуют, и ему идет процент от ваших продаж. Все, вот так этот чувак зарабатывает деньги. Да, он создал свою ссылку, свой домен. Вот. IQ Option создал. Для чего он создал? Чтобы было намного красивее, когда, блин, у тебя IQ Option, LQ Option, или там какая-то херня, как у меня там Google сократитель, и непонятно на что переходишь. Так, ну, но хоть красиво выглядит. Его можно вставлять нормально в сайт. Еще для чего он создал? Для того, чтобы эту ссылку вставлять в YouTube. В аннотации нельзя вставить ссылку, реферальную с IQ Option. Можно только в аннотации на YouTube вставлять ссылки на свой сайт. Вот чувак создал ссылку на свой сайт и перенаправляет оттуда на IQ Option. Так он зарабатывает деньги. Для чего он так зарабатывает деньги? Вопрос. Да, если он такой крутой чувак, он тут тысячи там зарабатывает, миллионы. Зачем ему вообще париться, каких-то людей приглашать? Для того, что это пассивный заработок. Пассивный заработок — это будущее за вот этим вот заработком. Потому что все нормальные, ну, известные, богатые, все люди вкладывают в пассивный, инвестируют в что-то, в какие-то стартапы, в какие-то проекты. Это очень крутая возможность, например, если ты где-то ушел в путешествие, например.
Ты можешь спокойно, тебе идут деньги, тебе капают деньги, у тебя нет возможности, например, торговать. Что-то там с тобой случилось, блин, в больницу там лег. Тоже идут тебе деньги. Это пассивный доход. Все известные и знаменитые люди что-то инвестируют. Не понимаю, что здесь такого плохого. Дальше. Ну что, самое главное? Самое главное показательно стратегии усатого трейдера по Мартингейлу, да? Вот вон там он ставит, выигрывает, проигрывает. Касательно Мартингейла. Всем там крутые математики, Мартингейл вообще нельзя выиграть, все, везде слив. Блядь, для долбоебов будет слив везде. Если, блин, руки из жопы, понятно, что ты сольешь. Если ставить куда попало по Мартингейлу, у меня есть видос, где тыкал куда попало, да, 6 минусов словил. Понятно, потому что я вообще вот так вот тыкал, что лотерея была, да. Если хоть немного приложить усилий, хоть немного постараться, что-то там визуально посмотреть, можно зарабатывать. Можно на Мартингейле зарабатывать. Конечно, если вы там... У вас до 4 ставок или до 3 там рассчитали только на 3 ставки. Конечно, вы слетите. 3 ставки проиграли и проиграли все деньги. Рассчитывайте. Если вы новичок, ну, ставьте минимально. Торгуйте с доллара, потом 2,5 доллара. Увеличивайте постепенно, чтобы у вас был запас, например, 6 ставок, 7 ставок. И все будет нормально получаться. Скажу вам такую статистику. За 2 года, вот что я вообще вот с этими бинарными опционами, ну, немного больше 2 лет связан. По Мартингейлу у меня был один слив за 2 года. Это я словил только 9 минусовых ставок. У меня было 9 минусов подряд, тогда я слил весь депозит. Один раз за 2 года. За 2 года я уже увеличил этот депозит, знаю, блин, да до хера раз, короче. Так что если подходить с умом, торговать по чуть-чуть, помаленечку, начинать там с маленьких ставок, и торговать по пару часиков в день, а не там ломиться целый день, сидеть, конечно, блин. Ну, конечно, можно так слить все. Потому что психологический фактор тоже много играет. Вы нервничаете, вы уже пересидели за этим компом. Нужно вообще подходить к этому с холодным, короче, умом, с холодной башкой. Потому что эмоции, это 50% это эмоции, они влияют на торговлю. Так, что еще у Сатова? Про это рассказал, про вывод денег, как он зарабатывает, все рассказал. Так что если, блин, если все делать с умом, все можно заработать, народ. Дальше, я же сам так зарабатываю, просто вот все вот эти крутые там обзорщики там, все, лохотрон, развод, сами не имеют, ну, не знают о чем, ну, даже ни разу в IQOption не регались, все, там, нельзя деньги выводить, крутые там, вы там, на Форексе все там торгуют, да, короче. Так, следующий, самый главный вопрос, для тех, кто сливается на бинарных опционах. Кто слился, у нас такой менталитет, что кто проиграл, любит винить, вот, все винят Усатого, ах ты гандон, ах ты показал, а мы слились. Кто виноват в том, что вы слились? Усатый? Нет. В том, что вы делаете, запомните, виноваты только вы сами. Только вы сами виноваты. Почему? Потому что финальное все решения только за вами. Вы посмотрели видео, вы проанализировали, где-то там погуглили, где-то там что-то. И все. И вы приняли там решение торговать. Вы его приняли. Усатый трейдер не стоял над вами со стволом, не говорил... Сука, мразь, регайся быстро, неси сюда все бабки. Или там цыганам не заказывал порчу. Дорогой, выноси все деньги, неси сюда золото, а там серебро. Нет. Вы посмотрели видос и вы приняли решение. Все люди, которые любят винить других людей. Вы запомните, вы никогда ничего не добьетесь. Вы никогда не будете нормально зарабатывать или... будете там, не будете вы никогда успешными, если вы все проблемы будете перелаживать на других. Запомните, в том, что вы делаете, виноваты только вы сами. Вот если вы с таким подходом к жизни будете, вот, у вас все будет получаться. Где-то анализировать что-то думать, что я не так сделал. Везде искать ошибки только в себе. Тогда вы чему-то научитесь, тогда вы чего-то добьетесь.